Сегодня анапская делегация, которую возглавил Юрий Поляков, принимает участие в подведении итогов престижного краевого конкурса лидеров туристской индустрии. Финал курортного Олимпа в этот раз проходит в соседнем Геленджике. Здесь будут определены победители и призеры в 18 номинациях. А не так давно работники санаторно-курортной отрасли Анапы приняли участие в 4-м национальном фестивале Русского географического общества «Открываем Россию вместе заново». Делегация разместила свою экспозицию в московском парке «Зарядье». За весь период проведения фестиваля стенд Анапы посетило более 300 тысяч потенциальных наших туристов, которые, возможно, запланируют поездку к нам на курорт. Русское географическое общество подвело итоги уже фестиваля, и первым вице-президентом Артуром Николаевичем Челенгаровым Анапа была удостоена благодарственного письма.